Вася. Ну что, походу это крайнее видео, когда я снимаю, как ты лижешь свои яйца на этот телефон, на Android. Потому что следующие видосы мне придется делать уже на iOS, на айфоне. А все почему? А все потому, что мне Снегурочка подарила, принесла подарок в виде айфона. В общем-то, в преддверии 2022 года, кстати, 2022 год, это получается три лебедя, ребят, это три лебедя, это символическая цифра. Что она означает? Она означает, что это один лебедь и две лебедки, то есть это год мужиков. Это год мужиков, ребят, по-любому, вот, потому что каждый из мужиков достоин в следующем году получать вот по такому вот айфону. Вот. Почему? Вопрос теперь. Почему я его получил? Почему я его получил? От Снегурочки. Почему я его получил? А я вам отвечу. Потому что я этого достоин. Да, это ответ, в принципе, самый главный. И если каждый из вас будет так вот думать и решать, что он достоин, то каждый получит от бабы в 2022 году по iPhone 12 mini. Я честно скажу, что я был противником всю жизнь. Если говорить серьезно, я был противником айфонов всю жизнь. Вот. И считаю, что Android он круче, он проще. Вот. Но когда я увидел это, ребята, когда я взял его руку, я сказал ему: «Зайка мой, иди ко мне, я буду твоим». Вы посмотрите просто. Вы посмотрите, какой он классный, я всегда был противником айфонов, потому что, ну, было очень много минусов. И вот Билл Гейтс с его командой, они действительно очень долго шли к тому, чтобы Ромку Воронова, чтобы меня заманить на то, чтобы я стал обладателем вот этого. Потому что, если брать всю историю айфонов, вот я помню, да, их, они мне всем не нравились. Вот там пятый, шестой, у меня был пятый, он у меня исчез потом. Я, когда он у меня был, я понимал все его минусы. То, что там даже нельзя было сделать фотографию на весь экран, нужно было специальное приложение скачивать, чтобы там весь экран. Нельзя было посмотреть свойства фотографии там. Ну, то есть куча было просто минусов по сравнению с Андроидом на тот момент. И реально могу сказать, что Андроид, он был всегда круче в этом плане, то есть функциональность и возможности. Но когда сейчас стал вопрос у меня вот приобрести новый телефон, смартфон, я понял, что на данный момент альтернативы нет. Почему? А потому что все минусы, которые были в айфоне, они уже убраны, их нету. Здесь охеренная камера, та, которая стоит в 13-м айфоне. Вот. А этот он стоит в 2 раза дешевле. И он очень компактный. Я любитель маленьких телефонов был всегда. Я вообще не понимаю смысла существования вот этих больших лопатников, которых нельзя класть в карман, то есть ты не положишь этот телефон огромный в карман. Вообще тренд вот этот, да, я не понимаю, на большие телефоны. Смысл того, что люди покупают эти большие лопатники, которые, блин, ну просто неудобно даже одной рукой. Я вам просто покажу, вот телефон Sony Ericsson, до этого у меня был. Вот, Sony Ericsson. Это 3 с чем-то дюймов. Сейчас у меня телефон, вот если по сравнению с этим, вот размер. Вот реально, вот размер моего сейчас, которым я сейчас в руках держу, андроида. Это и то небольшой. Если взять какой там у нас, Redmi там, Xiaomi, да? Он вообще вот будет вот где-то вот такой вот. То есть, по сравнению с этим телефоном, он будет вот так вот где-то. Во! То есть, еще вот настолько вот выше. Вот эта лопата. И посмотрите, какой вот этот маленький зайчик. И ко мне, мой хороший, я буду твоим. Конечно, я так и сразу сказал ему. Поэтому, исходя из всех вот этих характеристик и качеств,
Я думаю, что iPhone сейчас действительно стоит на первом месте, потому что когда я сказал себе, ну, задал вопрос, есть ли что-то такое небольшое, вообще вот, ну, пытался найти телефон небольшой в размере, ничего подобного я не нашел. Только лишь iPhone, вот этот 12 мини, 13 тоже такой же идет, в таком же размере. Все. Все, блядь, ничего больше нету. Остальные тут вот такие лопаты, просто лопатники. Поэтому выбор абсолютно пал у меня на iPhone. Я изменил своим принципам. И хочу сказать, что в этом телефоне, все функции, вот эти, которые были, точнее, недостатки, они в нем уже отсутствуют. И сейчас вот я в первый раз, вот сейчас я в него войду уже. Только что я iCloud зарегистрировал. И вот сейчас он мне пишет: добро пожаловать. Сейчас первый раз я взмахну, и я войду в новую, так сказать, в новую эру для себя, в новую эру смартфонов. И буду пользоваться, надеюсь, с удовольствием. Буду пользоваться айфоном. Ну что? Продолжаем. Так. И вот, я попал в меню. В общем, мой новый телефон, новый смартфон в виде iOS теперь со мной. И, собственно говоря, вот в 2022 году каждому мужику, каждому парню я желаю заиметь вот такой вот классный телефон, смартфон. 12 мини, 13 мини, неважно. Но самое главное, что вот он маленький, компактный, шустрый, маленький и шустрый, такой же, как и я. Если вот так вот где-то сидите, общаетесь вообще, вот так вот, там, в баре там или где-то в ресторане там, просто вот, любой бабе говоришь там, что там, смартфон подаришь, там, 12 мини подаришь, нет, все, пошла нахер, все, короче, не можешь, нет, не можешь подарить, все, пошла нахер, понятно? Вот так вот, вот такой вот у нас теперь должен быть уровень, вот так вот. Если телка не может подарить вам, она бесполезна, она абсолютно бесполезна. Потому что, в принципе, они и так как бы ничего умного как бы не несут, ничего полезного, никакой информации, ну, интересного особо я не слышу от них. Вот. Ну, хотя бы давайте там заработайте, блин, на iPhone и подарите своему мужчине iPhone. Вот такой вот. Маленький, да, чтобы он радовался, так же, как и я. Если вы этого сделать не можете, то тогда все идите там на курсы, образование получаете, чтобы вы смогли заработать своему мужчине, женщине, да, вот на такой классный телефончик. Поэтому всем желаю, всем добра, как говорится, и чтобы вы были обладателями хороших смартфонов в новом 2022 году. Все, всем спасибо за просмотр.